Всем привет, сегодня мы поговорим о персонаже из крипипасты, Кейт Прокси. Этот персонаж, как и многие другие, завоевал сердца многих поклонников хоррор-жанра. Давайте рассмотрим его подробнее. 1. История появления. Первым делом, давайте узнаем, как появился Кейт Прокси. Этот персонаж был придуман фанатами и затем включен в официальный список персонажей. Кейт является одним из третьего поколения Прокси. Как и большинство других Прокси, он был создан безвольной жертвой канонического персонажа крипипасты, Слендермена. 2. Внешний вид. Кейт Прокси выглядит потрясающе и очень клево. Его рост около 182 см, а вес приблизительно 68 кг. Он носит защитный костюм, который позволяет ему беспрепятственно перемещаться в зоне высокого риска. Руки Кейта – нечто гибкое и резвое, что дает ему огромное преимущество в ближнем бою. 3. Способности. Кейт Прокси обладает некоторыми невероятными способностями. Она может видеть сквозь темноту, что дает ему огромное преимущество в ночное время. Кроме того, Кейт может отслеживать и преследовать свою жертву на расстоянии до нескольких километров. Она имеет быструю реакцию и может выдержать большое количество урона. 4. Кейт Прокси – это страшный персонаж из крипипасты, который не оставляет равнодушным никого. Ее характеристики и способности делают ее действительно ужасающим существом. Если вы еще не ознакомились с крипипастой и ее удивительными персонажами, то вам обязательно стоит это сделать.